Приветик. Давайте разберем быструю часть Маруда. Начинается после того, как мы на первый резкий акцент поднимаем волосы. Потом у нас работает правая часть. Задней стороной ягодицы мы делаем удар назад, наступая на правую ногу полностью на стопу. Вот таким образом. Хоп! Этот же удар служит у нас как разгоном для следующего движения. Следующее движение тоже будет выполняться на правую косточку. Это будут две качалки вниз. Пам-пам. Эту качалочку можно делать как перетаптываясь на полупальчиках. Пам-пам. Так можно и встать на полупальчики и просто на месте без перетаптывания сделать хоп-хоп. Тут уже как вашему телу более удобно. Сделали хоп-хоп. Дальше работает левая сторона, левая косточка. Мы не делаем такую вот часть восьмерочки вперед, приблизительно в диагональ себя направляем и переносим при этом вес на левую стопу. Пам-пам-пам. При этом корпус, он с небольшим замедлением повторяет тоже эту фигуру. По инерции мы себя толкнули, поскольку эта половинка восьмерочки выполняется с таким вот толчком, то и корпус у нас в противоход работает, он немножко так побалтывается. Вот создается вот такой вот эффект. Смотрите, внимание, после того, как мы наступили на левую стопу, сделали половиночку восьмерки, мы переступаем на правую стопу и возвращаемся обратно на левую. То есть ноги здесь работают левая-правая, 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 как в обычной ходьбе. Мы вернулись на левую стопу и дальше у нас разворот с двумя полукругами вперед. Мы отталкиваем себя через левую сторону. Два полукруга, напоминаю, это вот что нам нужно будет сделать. Вот. Вот такие движения, только мы будем разворачиваться. Разворачиваться за два полукруга обратно к людям в полуразворота. Мы остались на левой стопе и теперь толкаем себя от левой стопы, даем себе импульс и делаем полукруги. При этом переступаем на правую, потом опять на левую и опять выталкиваем себя, наступаем на правую. И вернулись на левую. Дальше у нас идут два сброса вниз. Давайте я покажу без музыки вот предыдущую часть. Удар назад, две качалки, половинка восьмерочки. Встала на левую стопу, полукруг, полукруг. И вот я вышла для того, чтобы делать сбросы и акценты вверх. Там у нас три акцента. Хоп, хоп, хоп. Три акцента. Хоп, хоп, хоп. Внимательно послушайте музыку, вы их там услышите. Напоминаю, что эти акцентики у нас делаются благодаря работе опорной ноги, которая в данном случае у меня левая. Резко выпрямляем колено. Тум, тум. И благодаря этому достигается у нас вот это хоп, хоп, хоп. Дальше. Три акцента. Out, 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 out. Тоже никуда не уходим из этой позиции. Стоим на левой ноге и выталкиваем косточки. Вперед забрали, вперед забрали, вперед забрали. Здесь работа косточек идет с акцентом вниз, а назад мы их забираем. Хоп. Быстренько забираем. Пам, пам, пам. Так. Минуточку. Дальше у нас идет такое вот движение по лошадке. Напоминаю, что такое лошадка. Пам, 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 пам. Когда косточки работают внутрь и вверх, вниз и вперед. Пам, это резкое движение. Должна быть видна хорошая работа. Резкая вперед, назад, вперед, назад.
Для того, чтобы лошадка удалась, наша нога немного согнута в колене. И независимо от того, будете вы это делать на полупальцах или на стопе, у нас конфигурация стопы остается одинаковой. То есть, грубо говоря, нормальными словами, мы зафиксировали нашу ногу вот в каком-то таком скрюченном положении слегка, и на протяжении выполнения этого движения мы эту форму не меняем. Мы не работаем стопой, мы не разгибаем колено. Все, что ниже этих косточек, у нас должно быть, ну, как будто, вы знаете, вот какую-то жесткую конструкцию одели, и вы вот сохраняете вот ногу в таком виде. И благодаря этому у вас максимально получится лошадка так, как она нужна. Напоминаю, что во время лошадки мы следим за тем, чтобы корпус был неподвижный. Потому что если мы во время лошадки дергаем корпусом, получается грубовато некрасиво. Мы сделали out, out, out. Я при этом еще немножко меняю свою высоту тем, что я все больше и больше сгибаю опорное колено, ухожу вниз. Out, out, out. Теперь наступило время лошадки. Лошадка там не с продвижением, а мы просто наступаем на правую ногу назад, возвращаемся вперед. Тут могу сейчас по движением набрать, не помню, сколько их там, по-моему, 3, наверное, хоп, и вернулись на правую ногу. Вот мы сделали out, out, out. Теперь раз, два, три. То есть повторяется рисунок, музыкальный рисунок. Раз, два, три. Раз, два, три. И лошадка выполняется на такой же. Я тут еще лошадку иногда делаю с тряской. Мы сделали out, out, out. Раз, два, три. Ну, это уже захотите, сделайте, захотите, нет. Мы остались на правой ноге. Колено у нас уже согнуто. Вот, смотрите, я хорошо перехожу. Во время всех этих движений хорошо переходите, переносите вес то на одну ногу, то на другую. Потому что если где-то не дойдете, ваше тело запутается, не поймет, куда вам дальше двигаться. Вот, я закончила лошадки. Лошадку, мой вес на правой ноге. Я могу двигать, вот видите, как можно себя проверить, если вы свободно можете двигать противоположной ногой и при этом не падать. Значит, ваш вес хорошо выстроен на одной ноге. Дальше мы делаем шаг в левую сторону через дужечку ягодицы. Вот такой вот хоп, хоп. Показываю его большим. Здесь нужно сосредоточиться на том, что мы шаг начинаем на той ноге, на которой закончили лошадку. Мы закончили лошадку на правую и за счет еще большего сгибания колена и оттяжечки ягодицы в правую сторону противоположную, и потом выпрямление колена через дужечку, мы себя продвигаем вперед. Хоп, хоп. Пришла на левую ногу, правая освободилась. Дальше заканчивается кусочек, и в конце этого кусочка у нас поворот. Поворот можно либо сделать простой человеческий, либо же через бочку. Вот, смотрите, что происходит. Я наступаю на правую ногу, начинаю поворот. И когда я захожу уже где-то в заднюю диагональку, я еще больше сгибаю колено и отвожу ягодицу. И вот на правой ноге прокручиваюсь таким образом. Хоп. Вот что получается. При этом во всех поворотах, не только в этом, обязательно помогайте себе руками. Потому что очень часто вот студенты кружатся, а руки в корпус висят. И получается, что вам для поворота вы используете силу только нижней части. И вам сложно повернуться, вы не успеваете, не попадаете в музыку. Руки нужны танцору для того, чтобы помогать своим ногам. Вот такое правило у нас. Показываю еще разочек этот поворот. Я себя очень хорошо заворачиваю руками. Хорошо становлюсь на стопу. И оттягиваю ягодицу. Внимание, когда вы пришли вот в такую позу, затем вы переходите на левую ногу, противоположную заднюю, перешла, вес устаканила. Теперь я косточку достаю и поднимаю, потому что дальше начинается следующий кусочек, где будет у нас сброс, сброс, сброс. Эти сбросы делаются на ритм. Ритм дум-тек, дум-дум-тек.
послушайте, и вы его там услышите. Сделала бочку, либо же просто поворот, это по желанию. Обязательно подняла косточку, потому что нам нужно подготовиться к следующему движению. И обратите внимание, что очень часто у нас и в этой хореографии, и в других хореографиях окончание одного движения уже является подготовкой к началу другого движения. То есть мой мозг уже так работает, что он понимает, что дальше нужно будет делать сбросы. Значит, когда я выхожу из бочки, я выхожу не просто куда Бог пошлет, а таким образом, чтобы я могла дальше работать. И вот, пожалуйста, я подняла косточку. Дальше за счет, я обычно выхожу на ровную ногу, чтобы сделать сброс, нужно колено распрямить, да? А если оно уже распрямленное, логично, что просто потом еще сгибаю и делаю уже сброс за счет распрямления противоположного колена. И еще пум-пум. Дум-тек, дум-дум-тек. Дальше у нас идет на левую ногу, если я без музыки не путаю, на левую ногу полумаятник. Я его делаю со сбросом, как в ключе. Я сделала полумаятник. Наверное, я не на ту ногу сделала, да? Дум-тек, дум-дум-тек. Сейчас проверю.